Добрый день, друзья! Разберемся, нужно ли менять импланты молочных желез с течением времени. Так вот, все импланты, которые я устанавливаю, все производители дают пожизненную гарантию на свою продукцию, и с течением времени ее не нужно менять. Имплант никак не взаимодействует с организмом, он полностью интактен, не растворяется, и ничего с ним не происходит в течение жизни. Бывают редкие случаи, примерно в 1% случаев, когда нужно менять имплант, это когда развивается капсулярная контрактура или серома, или происходит инфицирование полости имплантов, но это довольно-таки редко. И даже в этом случае производители дают гарантию на импланты. Даже если происходит обвисание груди там, через 10, через 15 лет, то даже в этом случае не нужно менять имплант, так как можно просто сделать подтяжку груди на старом, на предыдущем импланте, который у вас был установлен.